Здравствуйте, друзья. Вот я это хотел показать из разряда бизнес-оппортюнитис. Вот смотрите, это картошка. Ну, она такая вот, в посудке продается в магазине Костко. Картошка, это еще недорогой магазин. И там сверху куски масла. Если вы думаете, что это за шматки такие, это куски масла. А это пюре. Ну, там еще травка присыпана специями. Посмотрите, что происходит. Это пюре. Значит, тут 5 фунтов, ну, там чуть больше. Стоит буквально 9 долларов, да, 8,99 стоит вот эта вот фигня. Представьте себе, сколько картофеля вы можете привезти оттуда, где вы живете, так, сделать из него пюре и продать. Вот. Ну, это я как пример бизнес-оппортюнити. Вот. А мы сейчас поставим это в микроволновочку, разогреем, я покажу, что получится. А вот, друзья, видите, написано Wild Smoked Salmon. Wild – это не то, что он одичал, а имеется в виду, что он не farmed, что он не выращен на ферме специально, а так он свободно, так сказать, плавающий. Вот этот дикий салмон, то есть по-нашему, как сказать, салмон? Лосось. Лосось. Вот этот лосось превращен в помазку такую, это называется dip and spread. Dip – это во что макают, а spread – это то, что намазывают. И стоит вот это счастье 680 грамм, там типа 1,5 паунда больше даже. Вот, это счастье стоит десятку. И кладется в салатик, да, куда еще кладется? Намазывается. На хлебушек. На хлебушек. На черненький. В микроволновочке подогреешь хлебушек, так подсушишь. И закусываешь. И закусываешь. Что именно закусывается? Водочка? И водочка. Вино. Вино. Вот. Это жарко. Вот, водочка, вино. Ну, ребята, у кого что налито, то и закусывается. Вот, друзья, картошечка отправляется вместе с маслицем в микроволновку. Светлана, охарактеризуй, пожалуйста, вот этот салат, который ты делаешь. Что там у нас? Салат типа что есть. Так. А что Бог послал? Расскажи. Ну, это как это называется, вот эти самые зеленые листья? Ромейн, харте. Так. Вот так вот, идите и знайте сами, что так, такое ромейн, харте. Харте, дальше. И огурчик. Огурчик какой? Свеженький. Свеженький, вот он какой хорошенький. Вот такой свеженький, дальше. Лучок. Зелененький. Зелененький, соленый огурчик. Соленый огурчик. Мне такое ощущение, что ты туда авокадо порезала. Авокадо, да, самое главное. Авокадо. То есть это салатик жирненький получается. Ну, такой. Может быть, его маслицем нужно заправить. Маслицем. И лимонным соком. Лимонным соком. И маслице у тебя будет какое конкретно? Оливковое. Вот это, друзья, в блюдечке готовится. Свет, что там такое? Видно, что две субстанции. Одна желтенькая, другая прозрачненькая. Вот еще что это? Сахарок. Сахарок. Сахарозаменитель такой, порошочком. И это лимонный сок. Лимонный сок и оливковое масло. Ой, оливковое. Хорошо. Вот оно, оливковое масло. Это еще, слушай, а может быть сюда положить это все? Вот это оливковое масло. Так. И вот, друзья, все отправляется по назначению. В природе главное, чтобы ничего не пропало. Чтобы все было к месту. Наверное, перемешать надо цвет. Обязательно. Вот люди смотрят на нас и думают, а помешать? А помешать? А как же? Ну, давай. Помешаем. Помешать, помешать. Помешать. Вот так. Друзья спрашивают, как американцы вот простые блюда, там кашу из тыквы кушают, или там суп клэм чаудер, как делают. Что-то простую сказать, еду. Так, что будем добавлять, ребят? Салмон дип. Ну, да. Это рисковый вариант. Ну, не опробованный. То есть здоровенький салатик, значит, лососем. Лососем. Согласно рецептуре, друзья, надо было 8 минут в микроволновочке, а потом помешать. Вот мы сейчас помешиваем, а потом еще на 8 минут, да, правда? Да. Ну и вот уже пюре вышло из микроволновочки с маслицем, там, которое потаяло, его сейчас размешают. И приступим к употреблению, чего и вам желаем. Счастливо!